Сегодня я буду готовить мясные джерки из курицы. У меня есть два вот таких лоточка. Сейчас я их нарежу слайсами. Так, сейчас мы будем взвешивать наше мясо. Нам нужно чистый вес продукта, поэтому сбрасываем весы и перекладываем наши ломтики. По весу у нас выходит 1,8 кг. Вот такие вот тоненькие ломтики. Все, что мне понадобится, нам нужно будет мед. Вот такая вот у меня приправа называется лимонный перец. Немножко приправы, 4 перца. Здесь у меня соль поваренная, соль нитритная, копченая паприка. Также нам понадобится соевый соус и немножко либо коньяка, либо бренди. У меня взвешена пограммовка уже на мою массу продукта. В описании я оставлю пограммовку на 1 килограмм. Теперь отправляем наш маринад к мясу и оставим его так мариноваться где-то на 24 часа. Сейчас хорошенечко его вымешаем. Так, ну вот такая красота у нас получилась. Оно промаринуется, мясо в себя все впитает. Так, ну что, наше мясо постояло 24 часа. Вот так вот тут оно выглядит красиво. Оно всю водичку в себя впитало, весь маринад. Теперь мы будем его выкладывать на решетки и будем загружать наш дегидратор. Так, ну получилось у меня 6 вот таких вот сетчатых поддонов. Вот так вот это выглядит. Сейчас мы это будем сушить примерно 6-8 часов при температуре 45 градусов. Почему 6-8? Потому что некоторые кусочки у нас более толстые, некоторые более тоненькие. Мы ставим сначала на 6 часов и будем проверять. Ну все, результат вам покажу. У нас прошло 3 часа. Посмотрим, как наши джерки проживают. Эти я уже перевернула. Сейчас буду переворачивать вот эти два нижних поддона. Выглядят они сейчас вот так. Они довольно-таки хорошо отходят от сеточки. Вот так. Раз. Они уже подсушенные. Вот так. Но есть кусочки, которые потолще, они более влажные. Ну что, вот и прошло у нас примерно 8 часов. Наши мясные джерки готовы. Вот такой вот объем у меня получился с 1,8 кг. Вот такие вот прозрачные янтарные чипсинки, такие просто обалденные. Я уже попробовала на вкус, это просто нереально, ребята. Попробуйте, приготовьте.
как закуску и просто на легкий перекус куда-то взять, просто обалденно. Есть более такие сухие кусочки, они вот так вот очень легко рвутся, так выглядят. Есть, конечно, более такие вот плотные кусочки. Я их сушила чуть-чуть подольше, где-то как раз-таки вот 7 часов. Вот эти у меня сушились 5-6, я их снимала по мере готовности. Конечно, по вкусу это очень-очень вкусно. Попробуйте, приготовьте. Я думаю, что ваши близкие скажут вам спасибо.